Рита, Знаем. Все знаем прекрасно. Только я возмущаюсь насчет школьников. От утром получается так, ребенок может, получается, поехать в школу. А назад, как вот ей идти, холодно, ветер, вот как вот им получается так добираться домой. Вот это просто. И наши дети вот сейчас тупо находятся все дома. Вот как-то, пожалуйста, хоть решите хоть это. А остальное вы считаете правильно? Остальное, в принципе, что пропуски, что вот эти, вот только это, и все. Mm-hmm. И все. А так, это все правильно. Все правильно. Спасибо.